Несколько часов, не разгибая спины, необычным способом решили почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны волонтеры Победы и молодогвардейцы. Вооружившись перчатками, метлами и граблями, они провели субботник на Троицком кладбище. Около 30 человек убирали сухостой, мусор с братских могил, обновляли краску на памятниках и обелисках. Накануне 80-летия начала войны мы собрались с активистами со всего города для того, чтобы увековечить память и убрать воинские захоронения. Подобные акции были проведены и в других районах области.